Меня зовут Виталий Крестьянчик. Я работаю в компании ТПО Pride как руководитель BIM-отдела. До этого уже около порядка 12 лет работал архитектором. И я полагаю, что именно этот опыт работы архитектором, реальной работы, позволил мне гораздо лучше решать вопросы текущие в качестве BIM-менеджера. И лучше всего удалось это реализовать на объекте Центра художественной гимнастики, где удалось собрать максимально эффективную команду для решения проектных задач. Grasshopper начался не с самого начала проекта. Сперва мы работали в 3D Max, но буквально через пару месяцев подключили для проектирования Grasshopper, когда поняли, что крыша очень сложная, она динамическая, она живет своей жизнью, и надо ее постоянно развивать. И без параметрического проектирования здесь не обойтись. Весь этот скрипт был сделан тоже двумя специалистами, даже, по сути, сначала одним, потом перешел на другого специалиста. Он достаточно сложный, большой. Любой вопрос, который можно решить или необходимо дать 2-3 варианта, параметрическое проектирование очень сильно помогает. Несмотря на то, что с Архикадом я работаю с версии 6.5, с Graphisoft, непосредственно с командой Graphisoft, я познакомился всего лишь пару лет назад. И с этого момента очень много, конечно, изменилось. Вопросы, которые у нас возникают, стали гораздо быстрее решаться, вплоть до того, что мы даже можем влиять на принятие некоторых решений, даем свои рекомендации, нас слушают и учитывают это в дальнейших изменениях, корректировках программы. Да, великолепное мероприятие, очень рекомендую, чтобы сюда приезжали. В этом году у нас получилось только подготовить презентацию. Надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать полноценный мастер-класс. Есть множество идей для этого. Очень хорошо здесь можно встретиться, пообщаться с людьми, поделиться опытом, послушать высоких, как бы, специалистов, профессионалов и очень много интересного услышать.